Добрый день, дорогие друзья. Как хорошо меня видно, как хорошо меня слышно, прошу прощения. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если слышите меня нормально. Спасибо. Ну что ж, сегодня у нас прекрасный майский день, у кого-то уже прекрасный майский вечер. А мы начинаем очередной вебинар Директ Академии, и сегодня у нас вебинар нашей постоянной ведущей Марины Орешко, который называется «Хороши все жанры, кроме скучного, игры и викторины в библиотеке». Как всегда, прежде чем начать наш вебинар, я хотел бы познакомить вас с теми мероприятиями, которые состоятся в Директ Академии, и с основными нашими ссылками. Их я поместил в самое начало нашего чата и хотел бы кратко о них рассказать. Первая ссылка ведет на наше расписание, в котором вы можете зарегистрироваться на любой вебинар до конца июня месяца, до конца нашего учебного года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, и запись этого вебинара будет выложена туда, предположительно, к завтрашнему вечеру. Третья ссылка ведет на страницу наших онлайн-курсов. В настоящее время мы предлагаем 11 онлайн-курсов. Один из них идет прямо сейчас, его ведет как раз Марина Орешко. Второй курс должен начаться в ближайшее время, в 21 мая, и вести его будет Наталья Логачева. Это будет курс, посвященный успешной диссертации. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где можно будет приобрести сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего мероприятия. Если вы нажмете на вкладку «Вопросы», вы увидите список мероприятий, которые пройдет в ближайшее время, следующих наших вебинаров. 8 мая, завтра в 12 часов, вебинар Виталия Цигельного «Лучшие инструменты для проведения индивидуальных занятий в режиме реального времени». На послепраздничной неделе, в понедельник, 13 мая, будет мой вебинар «Качество учебного контента. Технический вопрос или повод для новой войны». Ну и 14 мая, во вторник, выпускающий редактор Директ Медиа нашей компании, точнее не компании Директ Медиа, а издательство Директ Медиа в данном случае, проведет вебинар «Коллекция Директ Медиа. Все, что вы искали». Вебинар для библиотек и вузов. Прошу регистрироваться на данные мероприятия. Ну и последний на сегодняшний день у меня объявление последнее. Это вот эта вот ссылочка. Одну минутку. Дам ее в основной чат. Эта ссылка ведет на таблицу вебинаров. Пока еще не вебинаров, а тем вебинаров, которые можете предложить вы, слушатели нашей Директ Академии. Если кто-то из вас хочет в рамках Директ Академии провести свой вебинар и воспользоваться нашей поддержкой, нашей рассылкой, нашей вебинарной системой, предлагайте свою тему, описывайте ее. Во второй половине мая мы проведем голосование, и те темы вебинаров, которые победят, в июне мы их авторам предоставим возможность провести вебинары у нас на платформе Директ Академии. В прошлом году мы такой конкурс проводили, в этом году проводим повторно. Уже 14 тем у нас выдвинуто. Я вас приглашаю свои темы там тоже обозначить, если в том есть ваш интерес. Ну, а на этом мое вступительное слово заканчивается. Я передаю слово Марине Анатольевне для того, чтобы провести сегодняшний вебинар. Марина, прошу на связь. Добрый день, уважаемые зрители. Если меня слышно, я надеюсь, что слышно, видно, я думаю, можно начать наш сегодняшний вебинар.
Посвящен он будет сегодня играм и викторинам библиотеки. Поговорим о том, какие инструменты, какие полезные онлайн-сервисы можно использовать, чтобы сделать электронную игру или викторину в библиотеке, как ее провести. Немного эту тему я уже затрагивала на одном из первых в этом году вебинаров. Он был посвящен презентации PowerPoint. И в рамках этого вебинара рассказывала о том, какие игры можно смастерить с помощью этой программы. Сегодня у нас будет продолжение этой тематики. Поговорим теперь про онлайн-сервисы, которые можно использовать для создания игр и викторин. Я выбрала самые известные. Возможно, какие-то вы уже знаете, в каких-то работаете. Если у вас есть какой-то интересный опыт, можете в чате поделиться или своими впечатлениями о сервисе, если они у вас есть. Все будет здорово. По ходу можете, конечно, задавать вопросы, если вам что-то непонятно или нуждаетесь в более подробной информации. Вот эту презентацию, которую я сегодня показываю, ее можно скачать. Она открыта для скачивания. Серая папка «Ресурсы» справа вверху. Значок серой папки, если на него нажать, откроется справа столбик «Ресурсы». В общедоступных ресурсах есть название этой презентации и рядом стрелка с зеленой кнопкой. Нажав на нее, вы скачаете ее себе на компьютер, если она вам нужна для работы. А я уже начну, пожалуй. Сейчас в библиотеках, наверное, проводится просто огромное количество различных игр. И викторины, и тесты, и опросы, и пазлы, и игры настольные, и квесты, и игры в городе, в библиотеке. В общем, огромное количество различных игровых мероприятий. И действительно, это, наверное, одна из наиболее востребованных форм организации работы в библиотеке. Как показали наши наблюдения, например, играют с большим удовольствием и дети, и взрослые, и люди практически любого возраста. Поэтому, наверное, это наиболее востребованный вид контента, который можно использовать. Игры можно ведь проводить не только онлайн. Можно предлагать их на сайте или в блоге библиотеки, показывать на большом экране. Чтобы смастерить такие электронные игры, достаточно освоить несколько несложных онлайн-сервисов, выбрать тот, который вам больше нравится, и попробовать свое творчество. Начнем мы с платформ, которые специально созданы для создания различного игрового контента. Их не очень много, но они все на слуху. Первое, наверное, с чего стоит начать, это сервис Learning's App. Наверняка все, кто хоть раз делали онлайн-викторину или тест онлайн, начинали именно с этого сервиса. Он действительно очень приятный, работает уже давно. Он русифицирован, все надписи здесь на русском языке. Здесь большое количество различных шаблонов, которые можно использовать для создания викторин, пазлов, тестов, различных игр, найти пару, хронологическая линейка, классификация, видео-викторины можно делать, игры со словами, игру «Кто хочет стать миллионером». В общем, список можно продолжать практически бесконечно, здесь более 20 шаблонов. И самое замечательное, что все они работают в режиме конструктора. Вам не нужно что-то самостоятельно придумывать и доделывать, здесь все уже придумано. Остается только заполнить специальные окошечки в каждом шаблоне, и автоматически сервис генерирует вам или викторину, или тест, или какое-то другое игровое упражнение. Ну, например, сейчас я в чат несколько ссылок отправлю, если вы ни разу не видели этого сервиса или хотите просто посмотреть на его возможности, то вот первая ссылка – это как раз викторина. Традиционная викторина, сейчас на слайде как раз конструктор для ее создания. Вопрос, ответ, несколько вариантов ответа, правильный отмечаем галочкой. Как видите, можно и к вопросу, и к ответу, кроме и самого текста, прибавить картинку, можно аудио, можно видео, можно записать текст для произнесения. Количество ответов здесь не ограничено, главное отметить тот, который является верным. И таким образом конструируется викторина, потом вы получаете на нее ссылку и код для того, чтобы вставить на страницу сайта и блога. Вот другой вариант игры. Здесь, конечно, игр много, обо всех рассказывать уже не буду, потому что конструктор очень похож у практически большинства игр. Вот конструктор пазла. Чем отличается пазл от обычного?
Здесь смысл не в том, чтобы собрать картинку, а смысл в том, чтобы рассортировать слова. Например, вот сказки Чуковского «Игра». Здесь у нас даны два названия произведения, и нужно всех героев рассортировать, каждого отправить в нужное ему произведение. В случае, если вы ответите верно на все вопросы, откроется картинка. То есть пазл получается больше не для складывания картинок, а интеллектуальный. Задания тоже конструируются. Вы даете название категориям, группам, их здесь может быть до 4. Подписываете, вот, например, у нас группы будут названиями произведений. А дальше в каждую группу добавляете элементы, либо тексты, либо картинки. Правильно отвечая, вы поворачиваете фрагмент картинки. Ответили верно, вся картинка откроется целиком. Вот таким образом. Количество вот этих поворачивающихся пазликов будет зависеть от того, сколько слов вы выберете. Чем больше, тем мельче будут кусочки. Кроме, собственно говоря, вот таких игр, есть тут игры со словами, есть вот интересный вариант. Игра «Найди пару». Например, подбери каждому портрету писателя его фамилию, имя, отчество. Вот такой вариант. Ну и еще один интересный вариант – это кроссворды. Самое интересное, что кроссворд здесь тоже необычный. Вы просто даете слово, его толкование, и сервис сам генерирует сетку кроссворда. Вам не нужно ничего придумывать. А в зависимости от того, кто будет открывать по ссылке ваш кроссворд, кроссворд может трансформироваться. То есть он не одинаковый, статичный будет, а у всех он будет разной формы. Слова будут одни и те же, а каждый раз вам сервис будет его генерировать немножко по-новому. Таким образом. И, естественно, все это можно встроить на страницу сайта и блога. Количество работ здесь не ограничено, и сервис абсолютно бесплатный для пользователей. Если вы работаете с детьми, например, в школе, и хотите коллективно поработать с группой учащихся, либо в классе на уроке, то можно попробовать завести здесь личный кабинет и организовать группу, в которую включить учащихся, класс это называется. Это специальная функция для школьных учителей, например. Тогда вы будете смотреть, как ваши участники отвечают на вопросы и видеть, кто ответил верно, а кто нет. На тот случай, если вы работаете как преподаватель, и вам нужно проконтролировать ответы на какой-то тест или викторину. Давайте еще посмотрим, какие варианты существуют. Еще есть вот такой сервис, называется он Flippity. Это тоже платформа, здесь много шаблонов. Единственный минус, он на английском языке. Но шаблоны тоже довольно интересные, 16 всего. А задания здесь делаются тоже с помощью трансформации, с помощью конструктора. Но конструктор здесь в виде Google таблицы. В сервисе работают те, у кого есть Google аккаунт. Далее они заполняют табличку, вносят туда необходимые данные, и сервис генерирует игру или викторину, или какой-то другой шаблон превращает вашу игру. Например, самый интересный шаблон здесь называется «Своя игра». Если вы помните, в чем суть этой викторины, по очереди открываются вопросы, каждый из которых определенной стоимости, отвечаются командами или поодиночке, и насчет каждой команды добавляется определенное количество баллов, если они ответили верно. Вот по этому принципу работает эта игра. Сделать эту викторину в этом сервисе можно практически минут за 10, если у вас уже есть готовые вопросы, конечно. Заполняйте вот такую вот табличку, как вы сейчас видите на экране вверху. Здесь категории столбиками 6, может быть меньше. Просто тот столбик, который вам не нужен, вы оставляете пустым. Уже вписаны какие-то слова, вы просто удаляете эти надписи, вставляете свои. 100 Q и 100 A. Что это означает? Q – это вопрос, A – это ответ. Вверх вписываете вопрос, вниз – ответ. И так заполняете все вопросы от 100 до 500. Потом нажимаете «Сохранить», получаете ссылку на табличку, ссылку вносите в сервис, и сервис вам генерирует готовую игру. Этой готовой игрой вы можете делиться со своими читателями, например, посылая им ссылку. К сожалению, встроить на страницу сайта и блога не получится, а вот ссылкой делиться можно. Единственный недостаток – здесь нет картинок вот в этой викторине, но чуть попозже я вам расскажу. Да, своя игра. Единственный минус – ее нужно скачивать.
Ну да, я еще по ходу вам расскажу еще о двух сервисах, как раз для создания своей игры. Флиппити здесь, наверное, будет самым простым вариантом. Ну, еще один интересный. Здесь их 16, я вот выбрала, мне кажется, наиболее интересный, на свой взгляд выбирала. Еще одна игра интересная, называется «Игра на соответствие». Здесь немножко посложнее. Здесь, как вы видите, данные названия персонажей, их даты жизни, действия, которые они предпринимали, и чем закончилась их деятельность. С помощью вот этих стрелочек, которые я в красной рамочке выделила, можно вращать вот эти строчки, перемещать их. И задача собрать линию, то есть чтобы совпало имя человека, даты и все остальные сведения между собой. Вот найти на игру на соответствие. Тоже вариант такой интеллектуальной игры. Тоже можно предложить. В основном, конечно, сервис ориентирован для учителей, но библиотекарям тоже можно использовать в работе. Еще один интересный сервис – e-треники. Он тоже в основном рассчитан на образование, но он такой уж больно красочный и интересный, что наверняка найдет свое место и в библиотеке тоже. Тоже, к сожалению, не встраивается, можно только по ссылке его смотреть, но здесь самый большой плюс, он создан российскими программистами, поэтому он на русском языке. Он бесплатный, количество игр здесь не ограничено. И игры здесь очень красочные, необычные, с анимацией. Вот я вам сейчас ссылочку отправила на игру, которая называется, шаблон сам называется «Кокла». А смысл? Здесь нужно рассортировать определенное количество слов по категориям. Игра следующая. Вам даются названия морей, и вам нужно их разнести по океанам. Какое море к какому океану относится? Ну, не просто так мышью передвинуть, а тут есть целая система блоков. Вращая вот эти коричневые палочки, вы можете направить блок со словом в нужное русло, в нужную категорию. Вам дается какое-то время для того, чтобы вы повернули эту коричневую палку, и после этого блок начинает двигаться и попадает именно туда, куда вы его направили. Одновременно проверяются знания и одновременно и пространственное мышление тоже. Сделать игру здесь тоже очень просто. Нужно всего лишь придумать категории, 4, может быть, категории, и придумать слова на блоках. Вот я, например, назвала категорию произведения Тургенева, а дальше несколько слов написала. Точно так же второй категории можно, например, сделать произведение Льва Толстого и туда добавить что-то. В результате получится вот такая игра. Еще один вариант. Тоже такая викторина необычная, называется «НЛО». Ну, в основном это рассчитано на детей, поэтому здесь будут такие, наверное, детские игры, либо какие-то учебные. Прилетает НЛО, выбрасывает кубики со словами. Ваша задача – убрать лишние кубики, которые не соответствуют условиям. Просто мышью выбрасывайте их за борт. Ну, вот я вам игру про безударные гласные, например, отправила. Вообще в сервисе не очень много игр, ну, он только-только начинает развиваться, только получает популярность, поэтому там игр в основном много учебных, на иностранных языках много. Можно воспользоваться любой, какая вам понравится, ее можно показывать на мероприятиях, предлагать, а можно самим что-то сконструировать. Как здесь все конструируется? Тоже пишутся слова на блоке, придумывается вопрос, и ну, отмечайте, какие блоки нужно удалить, а какие оставить. Нажимаете кнопку ОК, все у вас сохраняется. В одной викторине может быть сразу несколько вопросов и сразу несколько блоков. Их вот тут может быть до 5. И таким образом тоже очень быстро и просто. Мой любимый сервис H5P, о котором я могу говорить долго и бесконечно. Чем он известен? Это тоже абсолютно бесплатный сервер, и как раз создан для того, чтобы производить различный игровой контент, игровой и учебный. Здесь огромное количество шаблонов, 40 всяких разных. Есть презентации, есть интерактивные изображения. Раньше была лента времени, к сожалению, уже сняли этот жанр с производства, но тем не менее. Есть тут целых 12 различных шаблонов для создания игр. Единственный недостаток, ну, вы ссылочку себе заполните, а потом попробуйте еще раз про безударные гласные. Я выбрала вот как раз из этих игровых шаблонов, которые мне показались интересными.
Здесь есть от самых простых викторин до самых сложных. С картинками, с видео, с какими-то медиафайлами. Чем интересен сервис? Во-первых, то, что он бесплатный. Во-вторых, то, что все это можно встроить на страницу сайта и блога. Вот та же самая e-треники, все отлично, но на сайте и в блоге вы так вот и не встроите. А вот H5P как раз ориентирован для того, чтобы добавлять на сайтах и в блогах этот контент. И плюс в том, что сервис не, вот, не мультяшный, как в Learning Apps, например, а такой более серьезный, выдержанный дизайн, и поэтому подойдет для викторин и тестов не только развлекательных, но и каких-то серьезных. Вот, поэтому советую попробовать, может быть, понравится. Первую ссылочку я вам дала на самый простой тип викторины, он просто со звуком. Здесь правильные и неправильные ответы. Здесь, как и в Learning Apps, тоже заполняете шаблон, вопрос, ответы. И количество вопросов здесь не ограничено. После этого нажимаете кнопку «Создать», и сервис генерирует готовую викторину. Здесь все очень просто. Более сложный вариант называется Summary. Сейчас еще одну ссылку добавлю в чат. Это игра на основе утверждений. То есть надо придумать набор каких-то утверждений, вот сказки Пушкина, например. Я вам ссылочку сейчас дала. Одно из них верное, два остальных неправильных. Нужно определить, что верно, что нет. Точно так же есть конструктор, добавляйте правильные и неправильные. Здесь есть еще функция подсказки, если нужно. И следующее, переходите к следующему набору. Внутри одной игры таких наборов утверждений может быть несколько. Тоже без картинок, но все очень просто. Буквально викторина за 5-10 минут. Если вы хотите что-то посложнее, с картинками, с какими-то другими функциями интересными, то можно попробовать вот этот шаблон. Он так и называется, квиз. Загадка, игра. Или по-другому question set. Набор вопросов, скажем так. Здесь внутри самой викторины можно придумать вопросы совершенно разнообразные. 6 типов вопросов внутри одной викторины. Ни в одном сервисе такого нет. Первый, вот я вам сейчас все 6 бегло обскажу. Ссылочку я вам дала на викторину, самую последнюю. Это как раз вот question set. Здесь внутри одной викторины все типы вопросов. Вы можете ее сейчас открыть и просто полистать, посмотреть, какие только вопросы могут не быть. Самый простой – это с выбором правильного и неправильного ответа. Называется multiple choice. Кстати, может быть не только один правильный ответ, но и несколько. Главное их отметить, кто правильный, кто неправильный. Вот галочкой. Дальше. Еще есть вариант, называется drag and drop. Тащи и бросай. Название такое необычное. В чем это заключается? Это игра с картинкой. Сейчас я покажу сразу на слайде, как это выглядит. Есть у нас картинка. Нам нужно угадать, что это за животное. Есть 3 кнопочки с названиями. Может быть, кстати, их и больше. Вы загружаете картинку, вписываете название вариантов, а дальше к этой картинке привязываете правильный ответ. Ну вот у нас есть картинка норка, выдра или андатра. Правильный ответ здесь будет выдра. В чем заключается задача игрока? Нужно взять правильный вариант и перебросить его на картинку. Картинка выделяется рамочкой, чтобы не ошибиться. Вот в этом и заключается drag and drop. Хватай и тащи. Тащи и бросай. Такая игра необычная. Еще один вариант. Вставить пропущенное слово. Например, вы задаете какое-то задание, внутри этого задания нужно вставить слово. Нужное слово вы сразу вписываете, просто отмечаете его звездочками с двух сторон. В итоге, когда сервис вам генерирует игру, это вместо слова будет квадратик пустой, который нужно вписывать подходящее по смыслу слово. Такой же вариант. Можно несколько слов сделать. Называется mark the words, отметь слова. Ну, задание такое. Среди названий северных рыб встретились другие слова, не имеющие к рыбам никакого отношения. Отметьте их. И опять правильные слова отмечайте звездочкой. Участники должны щелкнуть по тем словам, которые являются ответом на этот вопрос. Ну, а дальше, если вы сейчас откроете ссылку, то увидите, что сервис отметит, что правильно, что неправильно в вашем ответе. Все просто. Тоже пишите список слов, отмечайте звездочками ответы верные. Ну и вот такого, тоже пишите какое-то задание, но распределяете здесь
слова по разным предложениям. Например, северные животные стали героями многих литературных произведений, распределите их по книгам. И даем спискам северного оленя, белую сову и песца. Нужно разнести каждого в свою книгу. Здесь мышью просто двигаете нужное слово в нужное предложение. Называется драгтекст. Если дословно, тащи текст. Как-то так. И последний здесь тип игр – это просто «да» или «нет». Донетка знаменитая. Правда, неправда. Даете утверждение, отмечаете, правильное оно или неправильное. Сервис вам генерирует вариант с картинкой. Можно добавить, кстати, сюда картинку. Есть вкладка «Медиа», куда картинка добавляется. В некоторые из заданий, например, викторины с правильным и неправильным ответом, еще и добавляется картинка. Вот таким образом. Количество вопросов внутри одной игры не ограничено. Это игры такие викторинные. А есть игры просто такие, не сказать, что они прямо вот викторины, просто для такого небольшого развлечения, как кусочек, маленькое игровое задание. Например, вы пишете какую-нибудь статью о северных птицах, например, а внутри этой статьи маленькое задание. Найдите на картинке птицу, ради которой создан Кандалакский заповедник. Я вам ссылочку дала на эту игру. Вот. Здесь 6 птичек на картинке. Нужно щелкнуть по той птичке, которая будет правильным ответом. А вам сервис даст подсказку, правильно вы ответили или нет. Делается эта викторина тоже элементарно просто. Вам нужно сделать коллаж из нескольких картинок и затем отметить, кто будет правильным ответом. А если ответ неверный, вы можете подписать, почему он неправильный. Как сейчас видите на экране. И сервис генерирует еще вот такой вариант. Тот же самый вариант, но уже с множеством ответов. Задание, например, найдите памятники, которые находятся в Мурманске. Опять коллаж с несколькими картинками. И нужно отмечать уже не один правильный ответ, а несколько. Сервис вам подскажет тут же, правильно вы ответили или нет. Вот таким образом. Можно тоже дать небольшую обратную связь, написать, почему эта картинка выбрана неправильно. Или наоборот, поздравить с правильным ответом. Вот такие маленькие забавушки внутри какой-то интересной статьи. Например, для сайта детской библиотеки, например, да и для взрослых тоже подойдет. Можно использовать. Еще одна интересная игра. Это уже игра «Найди пару». Похоже, шаблон был в Люнинсеп, он просто выглядел там немножко иначе. Здесь выглядит вот так, ссылочку. Здесь более такой сдержанный вид. Там в Люнинсеп, если вы ссылку открывали, там была ручка анимированная, которая двигала героев, персонажей. Здесь все проще. Вы мышкой должны создать пару. Игра называется «Литературные котики». Надо каждому котику подобрать его автора. Игра тоже делается элементарно просто. Загружаете две картинки, которые должны составить пару. В данном случае у меня вот кот Матроскин на слайде, Эдуард Успенский. Подписывайте персонажей и переходите к следующей паре. Сервис вам потом все это перемешает, и получится игра. Участники должны двигать из левого столбика в правый столбик, и создавая пары. А потом в конце можно нажать кнопочку «Проверить» и посмотреть, как правильно вы ответили. И еще одна игра, если уж про картинки пошла речь, расставить картинки по порядку. Я взяла, например, обложки книг о Гарри Поттере и предложила читателям расставить их по порядку, в нужной хронологии. Здесь тоже очень просто все. Даете задание, загружаете картинки, описание, название какое-то для этой картинки придумываете, а затем сервис вам все перемешает. И задача будет расставить по порядку. Плюс, конечно, всего, что это достаточно быстро и не скучный вариант получается. И еще хотела обратить внимание на викторины, в которых тут главное неправильно ответить, а просто проверить себя, свои знания. Называются эти викторины флеш-карточки. Что это такое? Если вы сейчас ссылочку откроете, то увидите такие прямоугольники. Если щелкать по этому прямоугольнику, он будет поворачиваться. Называется это флеш-карточка. Но чтобы он повернулся, нужно вписать правильный ответ. С одной стороны карточки вопрос. Как только вы на него ответили, щелкнули, можете перевернуть на другую сторону, и там будет ответ, верный или неверный.
Делается все не очень сложно. Вы задаете вопросы, даете ответ, добавляете картинку, если надо. Есть еще поле с подсказкой. Можно добавить подсказку. И затем переходите к следующему ответу. Задача игроков – писать правильный ответ, а потом самим себя проверить. Подсчет очков здесь не ведется, но получается такая интересная игра с картинками. И сам дизайн уже у этой игры стал очень симпатичным в синем фоне. И второй вариант, если у вас есть аудиозаписи, и вы хотите попробовать сделать викторину с аудио, тоже можно. Шаблон называется Dialogue Cards. Мы, например, в свое время записывали стихи поэтов-юбиляров в 2018 году. Это было, наши читатели читали их выразительно. У нас осталось много записей, и мы решили викторину сделать с использованием этих аудиозаписей. Как мы это сделали? Придумали задание. Ну, самое простое, кому принадлежат эти строки. Дальше прикрепили сюда сам медиафайл с аудиозаписью. Можно добавлять было еще картинку, ну и написали ответ с другой стороны. И так одновременно можно прослушать, ответить сам для себя, а затем развернуть карточку и прочитать правильный ответ. Вот так слушаешь стихи, отвечаешь на вопросы одновременно. Тоже, мне кажется, интересный формат. В общем, на этом сервисом H5P рассказала вам практически все, но просто я в нем как-то так неплохо освоилась, он мне нравится, поэтому, наверное, и больше времени ему посвятила. А вообще он еще хорош тем, что хотя он и на русском, и не на русском языке, здесь все надписи переводятся на русский. Любую надпись на карточке, на кнопочке вы можете перевести на русский язык. По каждому этому шаблону я написала довольно подробную, как мне кажется, инструкцию. Если вас сервис заинтересовал, можно воспользоваться моими материалами. Ссылки внутри презентации на все это есть. Давайте посмотрим еще несколько вариантов сервисов. Дальше пойдут сервисы уже такие более серьезные, но здесь тоже есть ряд интересных вещей. Первый сервис называется из серьезных. Называется он Purpose Games. Бесплатный сервис, тоже похож на Learning's Apps, тут тоже есть конструктор. 7 типов викторин, правда, он уступает и H5P, и Learning's Apps. Викторин здесь немного, 7. Есть обычная, стандартная, с текстом, есть на основе изображения, есть с выбором правильных, неправильных ответов, есть интересный вариант «Найди соответствие». Ну, по сути, «Найди пару», только немножко иначе выглядит. Вот сейчас ссылочку вам дала, знаешь ли ты творчество Толстого внизу, как это будет выглядеть, если вы ссылку откроете. Вам нужно выбрать произведение, щелкнуть по нужному произведению, разместив внутри этого произведения героя. Как видите, с правой стороны идет счет, подсчитывается количество очков, процентов, даже отсчет времени, насколько я поняла, идет. Вот таким образом можно проверить свои знания. Все это можно строить на страницу сайта и блога. Единственное, что, чем этот сервис мне не очень нравится, у меня стоит блокировщик рекламы. И этот сервис не любит блокировщик, он отказывается работать, если блокировщик включен. Поэтому вот если работаете с сервисом Purpose Games, у вас стоит блокировка, то лучше ее отключать. Ну, не лучше, просто придется отключить, иначе сервис вообще не будет работать. Это вот соответствие очень простое, да. Второе, это посложнее. Знаете ли вы героев, режиссеров советского кинематографа? Здесь нужно найти соответствие в нескольких столбиках. Назвать героя, название фильма и режиссера, который снял этот фильм. Это уже задание такое, посложнее. Вот здесь уже будет настоящая викторина. Здесь придется голову поломать, чтобы это решить, задание. Ну и еще один вид. Это игра по карте. Вы загадываете какие-то точки, наносите их на карту, а задача игроков – щелкнуть в нужном месте и проверить, правильно он неправильно ответил. Вот игра с картой может быть. Ссылку можно получить на эту игру, вставить ее на страницу сайта и блога. Вот таким образом работает. Похожий на него сервис, вот как раз игра, о которой я вам только что говорила, игра по карте. Вы загружаете свою карту, любую, какую хотите, а дальше наносите на нее несколько точек и подписываете их. А затем придумывайте задание игрокам. Игроки будут щелкать в нужные места, и если правильно угадали, то будет одним цветом кнопочка выделяться, если неправильно, то другим.
Идем дальше. Похожий на него сервис ProProfs. Такой тоже довольно серьезный сервис. Большое количество тестов может генерировать. Есть тут и шаблоны, и различные игры. ProProfs. Этот сервис хорош тем, что он на русском языке. Один из самых таких подходящих шаблонов называется Quizizz. Викторины он создает. Есть викторины с открытыми, с закрытыми вопросами, есть видеовикторины, игры на соответствие, можно вставить пропущенное слово, найти пары и так далее. В этом смысле он похож на многие предыдущие, о которых я вам говорила, просто немножко другой интерфейс. Вот две ссылочки я вам отправила, вторая ссылочка мне нравится. Собираем пословицу из отдельных слов. Вот такого шаблона я пока не видела ни в одном сервисе. Даете какой-то набор слов, и участник должен сконструировать из этих слов предложение, чтобы получилась пословица. Вот такой вариант тоже может быть. Все эти сервисы, они все вставляются на сайты и в блоги, без вопросов получаете на них ссылки. ProProfs, к сожалению, поскольку он бесплатный сервис, то тут реклама появляется. Но опять, если вы в блог или на сайт вставляете, то рекламы не будет. А вот если открываете на самом сайте, то увидите, что рекламы слишком много, некоторых это отпугивает. Но вот это как раз сервисы, предназначенные для встраивания куда-либо. На самом сайте вы можете, кстати, выбрать любую викторину, которая вам здесь нравится, и показывать ее на мероприятиях. Ну, или предлагать своим читателям. Это такие платформы, в которые, как сказать, многостаночники, что ли, в которых можно и тесты, и викторины, и игры сконструировать. Если у вас какое-то есть конкретное задание что-то сделать, например, создать опрос на сайт или викторину, и вам не нужны просто такие большие платформы или просто времени нет их осваивать, то можно выбрать сервисы малой специализации, у которых, может быть, не такие широкие возможности, но есть уже и всякие интересные фишки. Google форма. Это беспроигрышный вариант, если у вас есть Google аккаунт, и очень быстро надо создать какую-нибудь анкету, опрос на сайте или в блоге библиотеки. Например, спросить читателей, что им нравится, что не нравится в библиотеке. Опросите, какие книги они любят читать, да и просто игру. Мы проводили с помощью Google формы различные викторины по жизни и творчеству писателей. Вот, например, была наша викторина о жизни и творчестве мурманского писателя Николая Блинова. Участники отвечали на вопросы, отсылали нам кнопочкой «Отправить» эти вопросы. Они у нас сохранялись в виде таблицы. Их можно было посмотреть в вкладке «Ответы». Вот сами вопросы, а рядом вкладочка «Ответы». Там они все сохранялись. Эти ответы можно было просмотреть и как в виде таблицы, и как в виде вот такой диаграммы. Заодно можно было увидеть, сколько ответило участников и как в процентах распределились ответы. Форма, наверное, самый простой конструктор из всех. Здесь все очень просто и понятно. Вы вписываете название, вопросы, выбираете. Можно обычный вопрос, можно с выбором правильного ответа, можно представить в виде абзаца, текста, в виде одного из списка, шкалы, сетки. В общем, список очень большой, как можно вопросы и ответ представить. Кроме того, вот в красную рамку я сбоку выделила, к каждому вопросу можно кроме текста добавить картинку и видео. И тем самым сделать видео-викторину. После этого сохраняете, получаете ссылку и вставляете на сайт или в блог, либо ссылкой просто делитесь. Готовые ответы будут приходить вам на электронную почту, на Google Диск. Вы их просто сохраняете, а затем можете проанализировать и назвать победителя вашей викторины. Очень удобный вариант как раз вот для дистанционных каких-то викторин, которые сейчас очень часто стали проводить в библиотеках. Альтернатива. Есть ли у Google формы альтернатива? Есть. Есть некоторые сервисы, которые очень похожи и предлагают инструменты. Интерфейс немножко другой, возможности немножко другие. Есть вот, например, JotForms. По названию понятно, что он чем-то напоминает Google Forms. Он тоже на русском языке. Тоже для опросов, для голосования, для небольших викторин. Нажимаете «Создать форму». Можно сделать форму в виде
просто списка обычного, либо можно в форме карточек, где каждый вопрос будет на новой карточке, на новой страничке. Их просто перелистываем и на них отвечаем. Вопросы тут бывают открытые и закрытые, с несколькими вариантами ответа, с одиночным выбором. Можно придумывать вопросы, требующие загрузки какого-то с помощью выгрузки какого-то файла в виде всплывающего списка, да, нет, или с выбором изображения. Кроме того, к каждому вопросу можно картинку добавлять, диаграмму, можно фон менять, оформление. Здесь есть специальная кнопка настройки, которая позволяет выбрать самое разное оформление. В Google форме все-таки оформление достаточно простое, там несколько шаблонов есть, из которых вы выбираете. JotForm в этом смысле немножко более продвинутый сервис. Готовую работу вы можете получить на нее ссылку и разместить в интернете, либо с помощью кода пристроить на сайты в блог. Тоже, в общем, неплохая альтернатива для Google форма. Если она вам не очень нравится, можно попробовать вот этот сервис. Возможности у них похожи. Онлайн пэт-тест. А это что такое? Это тоже, собственно, сервис для создания тестов и опросов. Он немножко поскромнее выглядит. Вот, например, так. Но, как вы видите, здесь можно тоже создать викторину с выбором правильного, неправильного ответа и к нему прикрепить, например, картинки. Медиафайлы поддерживаются. Кроме того, в онлайн-тесте есть еще функция кроссворда. Можно здесь кроссворды создавать. Правда, кроссворды, они такие будут не такие красивые, как LearningSeps, чуть попроще. Но тоже все довольно несложное. Вот, пожалуйста, ссылочка на кроссворд. Как это выглядит? Кроссворд создается очень просто. Придумываете заголовок, а дальше в клеточке вписываете нужное вам слово. Сервис вам потом его сгенерирует. Правда, он будет вот не такой, как LearningSeps, он скорее будет, наверное, сканворд напоминать, да, такой квадрат, и внутри него уже разные вопросы. И он один раз сгенерированный, менять форму уже не будет. Так он будет постоянно, в отличие от LearningSeps. Сервис хорош, опять-таки, тем, что он на русском языке, встраивается на сайты и в блоге, и он такой построже. Если LearningSeps более такой детский, анимированный, то этот сервис более строгий, более классический. Это вы уже выбираете для своего сайта или блога, какой вам больше будет смотреться лучше. И еще один сервис SurveyMonkey. Это один из новеньких сервисов, я о них не рассказывала еще ни разу об этих сервисах. Ага, вот нам уже ссылочки пошли. Очень понравился сервис, работаю в нем. Спасибо за добавление. Обязательно надо будет сходить по этой ссылке, посмотреть, что это за сервис, на что он похож. SurveyMonkey. Тоже опросы, голосование, тестирование. Тоже как в Google Forms вы можете получать здесь все ответы и просматривать, кто ответил верно, кто неверно. Здесь можно до 10 вопросов бесплатно создать и получить на них 100 ответов. Для небольшой викторины, мне кажется, вполне достаточно. Количество вопросов здесь не ограничено, вот только количество ответов. Более 100 сервис уже перестает принимать. Я открыла кнопочку, какие здесь варианты заданий бывают, с флажками, с рейтингами, с звездочками, с текстовыми блоками. Вот со звездочками Google Form пока не предлагает. Вот если вы хотите со звездочками и рейтингами, то можно здесь посмотреть. С ползунками, с ранжированием, с раскрывающимся списком. Я вам отправила сейчас ссылку в чат. Здесь как раз в одной викторине сразу много-много самых разных вариантов вопросов было. Поэтому можете посмотреть и оценить. Здесь нет никакой рекламы, здесь все очень так классически и довольно симпатично смотрится. Поэтому можно попробовать. Сервис тоже переведен на русский язык, поэтому работать в нем несложно. Вот этот сервис мне понравился, GoConger. Он не на русском, он на иностранном языке. Чем хорош этот сервис? Он создает тоже большое количество викторин. Здесь их более 5 разных типов. Есть классическая викторина. Сейчас ссылочку отправлю. Собственно говоря, не сказать, что есть какие-то изюминки в ней. Ну, классическая викторина, вот так она и выглядит. Мне больше всего здесь нравится функция, которая называется флеш-карточки. Сейчас вам ссылку отправлю.
Ну, мы уже помним, да, что это квадратики, с одной стороны вопрос, с другой ответ. Вот, это викторина по сказкам Чуковского. Самое замечательное, что вот у него такой необычный дизайн, ну, по-моему, очень симпатично смотрится. Его можно встроить на сайт и в блог, и будет здорово точно так же смотреться. А самое интересное, что здесь можно не только викторину сконструировать, можно сделать викторинную экскурсию. Например, вот как сделали в Минске. Взяли минские достопримечательности, с одной стороны фотографии, а с другой стороны объяснение, что это такое. Что это за здание, за памятник и так далее. И так одновременно знакомишься с достопримечательностями города и просматриваешь викторину. Сервис на иностранном языке, но тут, собственно, все интуитивно понятно. Например, для флеш-карточек всего две синенькая и зелененькая стороны. Синенькая – это лицевая, зеленая – оборотная. Внизу кнопочка «Добавить изображение». И вот получаются такие вращающиеся симпатичные карточки. Можно попробовать и другие. Тут шаблонов достаточно много. Я только начала знакомство с этим сервисом. Планирую в дальнейшем более подробно познакомиться и уже описать его более подробно. Вот этот интересный сервис, может быть, вы даже какие-то викторинки в этом сервисе проходили. Сервис PlayBuzz – это сервис для создания так называемого вирусного контента. Наверняка видели в социальных сетях, особенно на Фейсбуке, много таких викторин. Узнай, какой ты котик, узнай, кто ты по характеру, там, выбери цветочек, и мы скажем о тебе. Ну, в общем, большинство этих игр сконструировано с помощью PlayBuzz. Изначально он, конечно, был как развлекательный, но если посмотреть, сейчас в нем довольно много познавательных викторин с картинками. Плюс то, что здесь очень красочно получается. Здесь большие картинки можно загружать в хорошем разрешении, и все это будет довольно симпатично смотреться. Я вот вам сейчас ссылочку дала, это мы вставили викторину в блог. Единственное, что, может быть, по цвету не очень с дизайном вписалась, но сама по себе викторина смотрится довольно эффектно. И самое замечательное, что делать ее очень просто. Загружаете стартовую картинку, вопрос к ней вписываете, внизу варианты ответа. В этой викторине главная картинка, а вопросы-ответы максимально короткие должны быть. Тут особенно много не впишешь в эти квадратики. Но в итоге получается вот такая вот викторина-лента с картинками. Другой вариант – сделать фотогалерею в этом же сервисе. Вот так выглядит, например. Загружаете несколько картинок, ну, их должно быть число кратно 3, поскольку они в табличке по 3 идут. 6, 9, 12 и так далее. Вот ссылочку я вам дала, узнай произведение по первой строчке. Здесь обложки книг загружены, а дальше задание, первая строчка из произведения. И вам нужно щелкнуть по нужной обложке. Ну, а далее сервис вам начислит очки за правильный и неправильный ответ. Даже не очки, а звездочки вам даст. Ну, и в итоге подсчитайте, как правильно вы ответили. Делать тоже очень просто. Вы создаете несколько картинок, загружаете, подписываете каждую картинку, как правильно. Да, вот, например, у нас было задание, Лапландский заповедник был создан для охраны этого животного. Подписали все картинки, а дальше нужно щелкнуть правильную, поставить галочку. Ну, вот северный олень, там стоит галочка, значит, ответ верный. И после этого переходим к следующему заданию. Картинки остаются те же, а задания вы к ним придумываете другие. Еще один интересный сервис, это вот совсем недавно о нем узнала, называется сервис Quiznetic. Сервис, созданный по принципу настольной игры. В настольной игре, если вы помните, бросаются кубики, передвигаются фишки на какое-то количество шагов вперед. Если вы отвечаете правильно, идете на шаг вперед, если неправильно, возвращаетесь на шаг назад, очки сгорают. Вот сейчас ссылку вам дала на эту игру. В чем суть? Вы загружаете какую-то картинку. Есть в сервисе, в самом картинке можете взять свои. Например, покорение вершины. Расставляете на нем точки с вопросами. И игроки, отвечая на вопросы, поднимаются из самой низшей точки к вершине. Выигрывает тот, кто доберется до вершины первым. В игру можно играть индивидуально. Вот я вам сейчас дала ссылку для индивидуальной игры. Что нужно для этого сделать? Перейти по этой ссылке. Нажать кнопочку «Play», чтобы начать игру. И дальше должно открыться вот такое вот окошко, как у меня сейчас на слайде, а там слева код игры. Вот.
В эту игру можно, кстати, играть не только с компьютера, можно и со смартфона, с планшета, с любого устройства, которое подключено к интернету. Заходите далее на сайт, я вам ссылочку дала, kvizinetik.com. Можно прямо в новой вкладке со своего же компьютера тут же. Просто вот это вот поле не закрывать, главное. Заходите, нажимаете самую левую кнопку, крайнюю, Join a game называется, присоединиться к игре. Вводите код, который вам на предыдущем слайде выдали, вот этот, например, 385512. Но если вы сейчас пойдете, скорее всего, код будет другой. И после этого вступаете в игру. У вас будет сразу две вкладки, вы можете посмотреть. Если бы вы играли со своего смартфона, у вас бы на телефоне были только вопросы. А на большом экране вывели бы общую картинку, и там видно было, как вы передвигаетесь к вершине. У каждого игрока подписано имя. Сейчас покажу, как это было бы. Ну, вот я была, допустим, внизу, в самой низшей точке, зелененькая кнопочка, добралась вот до третьего уровня. Стала я красненькой, значит, я на него ответила и получила свои баллы. Вот так вот можно передвигаться. После каждого правильного ответа можете проверять, как близко вы продвинулись. Если ответ неверный, возвращайтесь на шаг назад. Здесь можно играть индивидуально, можно командой, тогда будет несколько игроков, здесь несколько точек будет двигаться к вершине, ну, выигрывает, соответственно, кто первый добрался. Немножко необычная игра, неожиданная, таких сервисов я еще не видела, можно попробовать для эксперимента. Сервис пока только-только развивается, он совсем новенький, можно попробовать поэкспериментировать. Большое поле выводится на экране в библиотеке, а со смартфонов или с других компьютеров участники уже играют, отвечая на вопросы. Вот так. Если мы хотим устроить командное соревнование в библиотеке, то можно попробовать вот этот сервис. Он на русском языке. Ой, нет, ошибаюсь, не на русском. Перепутала. Сервис Bamboozle. Сервис для создания командных игр и викторин. Здесь придумываете вопросы-ответы, все стандартно, можно добавлять к ним картинки. А дальше выбираете количество команд, которые будут играть. 2, 3, 4. Здесь есть два варианта игры. Есть классический, он так и называется, классик, и есть квиз. Квиз – это стандартная викторина, обычный вариант, отвечаете на вопрос, получаете баллы. Классик – это необычный вариант, когда в случае неправильного ответа какие-то очки сгорают, может быть, даже все. Поэтому получается такой эффект неожиданности. Если вы хотите что-то яркое и неожиданное, то выбираем этот вариант. Отмечайте количество команд – 2, 3, 4. Затем запускаете игру на большом экране. У вас игроки отвечают на вопросы. Ну, вот так выглядит на большом экране. Team 1 – это команда 1, Team 2 – это вторая команда. В центре сам вопрос, количество очков, которые за него дается, 15. Если ответила команда правильно, нажимаем «Ок». И эти очки перелетают на счет команды. Если неправильно, нажимаем «Упс». И тогда право хода переходит к команде номер 1. Та, которая отвечает команда, она в рамочке. Сервис сам вам все подсчитает, все очки, и вы потом уже сможете на экран вывести готовый результат. Здесь несложно все, и очень эффектно получается, если играть несколькими командами. Ну вот мы добрались до того, что я обещала, своя игра. Уже говорила про сервис Flippity, есть специальные сервисы, которые вот только на своей игре и специализируются. Есть мультяшный, он подходит для каких-то детских игр и викторин, назывался он Jeopardy Rock, потом поменял свое название, сейчас более солидно звучит, Factile. Ну, оставила пока старое название, Jeopardy Rock, вообще совсем недавно стал он Factile называться. Дается сетка вот такая синенькая, щелкаете в нужный клеточку, вопрос-ответ добавляйте, нажимаете Save. И так заполняйте все клетки. После этого у вас получается игровое поле. Можно начинать игру. Предлагаю, вы открываете на большом экране, тут все ведущий делает. Выбирайте количество команд. Здесь можно от 2 до 9 команд придумать. Дальше каждой команде можно выбрать логотипчик. Но я предупреждала, что сервис мультяшный, поэтому у нас тут фрукты в качестве логотипов будут представлены. Лимоны, клубники, груши. Ну а далее игроки выбирают вопрос, вы на него нажимаете, он разворачивается на экран, игроки отвечают. Здесь кнопочки «Правильный ответ зеленая», «Неправильный красная».
За правильные ответы начисляются баллы. Сервис здорово все подсчитает, и вам остается только огласить результаты. Если ответ неверный, то со счета снимаются очки. Вот у некоторых тут минус, например. Быстрая викторина. Единственное, чего здесь не хватает, возможно, это картинок. Поэтому можно попробовать вот этот сервис FlipQuiz. Это тоже сервис для создания своей игры. Он позволяет добавлять сюда изображения. Все те же самые вопросы и ответы, только теперь уже с картинками. Картинки загружаются, единственное, что по ссылке из интернета. С компьютера нельзя, это платная опция. А бесплатно можно, если картинка где-то опубликована в сети, по ссылочке ее добавить. Викторину я вам сейчас послала в чат, это к году театра. Довольно симпатично, мне кажется, получилось. Принцип тот же самый. На большом экране открываете викторину. Игровое поле выглядит вот так, в таком оранжевом духе. Вообще-то есть тут функция немножко поменять. Если вам не очень цвет этот нравится, тут можно фоновое изображение добавить, перекрасить сами вот эти вот квадратики, которые с вопросами. Тут можно немножко поработать над оформлением. Выполняется все это очень просто. Здесь парочками даются вопросы и ответы. Зеленая кнопка добавляет картинки. И к вопросу и к ответу можно добавить. 6 категорий по 5 вопросов в каждом. Закончили, нажимаем кнопку «Done» и переходим уже к игре. Запускаем ее на большом экране и ведет ее тоже ведущий. Здесь есть таймер, чего нет в предыдущих сервисах. Вот он вверху, в красненькой рамочке выделен. Вы его можете открыть и установить определенное количество секунд на каждый вопрос. По умолчанию 30. Вы можете уменьшить или увеличить. И после того, как вы открываете вопрос, он автоматически будет запускаться, отсчитывать время на обдумывание. По окончанию времени поворачивается правильный ответ, если вы не остановите игру. И переходит уже хода к другой команде. Все здесь здорово, за исключением того, что очки придется вручную считать. Здесь нет подсчета бесплатного очков. А все остальное отлично работает. Вот такая игра. Тоже интересный вариант. Ну и в заключение. Я уже говорила немножко о флеш-карточках. Есть интересные сервисы для создания флеш именно карточек. Мне понравились, решила вам о них рассказать. Два выбрала. Один такой очень симпатичный, называется Tiny Cards. Вообще эти сервисы с флеш-карточками создавались для изучения иностранных слов. С одной стороны, писалось слово на иностранном языке, а с другой стороны, на русском. Но со временем стали использовать не только для изучения иностранных языков, но и для других целей. Вот я, например, взяла поморский говор, северорусский, поморское говоря, он называется. С одной стороны, написала слова из этого говора, а с другой стороны, их обозначение, перевод на современный русский. Еще картинки прикрепила к этому. Сервис сначала позволяет вам просто просматривать картинки, переворачивать их. А потом, когда вы немножко попереворачивали раза два-три, он неожиданно вам начинает задавать вопросы. А что означает это слово? А выберите из трех картинок правильную. А угадайте, какое слово обозначает эту картинку. И каждый раз вопросы разные бывают. Причем это совершенно в таком случайном порядке происходит. Очень необычно. Особенно это эффектно смотрится, если вы на смартфоне это перелистываете. В случае, если вы правильно ответили, он будет вам улыбаться. Смайлик. Если неправильно, загрустит. Там еще немножко звука идет в случае верного-неверного. Здесь все несложно. С одной стороны пишем вопрос, с другой ответ. Можно подключить картинку. И загрузить ее со своего компьютера. Единственное, что вот с Tiny Card'ами нельзя сделать, это вставить на сайты в блог. А так все остальное. Сервис бесплатный для работы. И его русский аналог Барабук он называется. Тоже сервис, тоже для игр. Правда, на компьютере можно только пролистывать и просматривать флеш-карточки. А вот если скачать приложение на смартфон, то можно с ними играть. Здесь я в рамочку выделила 5 различных игр. Но они похожи на Tiny Cards. Найди пару, подбери картинку и слово. Выбери подходящее, собери пару из двух слов и так далее. Тут 5 разных видов викторин. И есть функция командной игры.
можете поделить игроков на команды. У каждой команды свой смартфон с приложением. Одну команду, ну тоже такой немножко игровой вариант, мультяшный. Одну команду почему-то предлагают назвать улитки, вторую утята. И дальше они между собой соревнуются вот по этим флеш-карточкам, отвечают на вопросы. Кто быстрее и правильнее. Ну и сервис считает очки. Участникам нужно просто присоединиться к игре по коду, зайти. И можно поиграть. А вот чтобы просмотреть карточки, достаточно и компьютера. Вообще, если говорить о компьютерных играх и о смартфонах в том числе, то об этом можно тоже целый вебинар этому вопросу посвятить. Был этот вебинар совсем недавно про мобильные устройства в библиотеке. Я там рассказывала обо всех разных сервисах для мобильных устройств. Так что, если вас эта тема тоже заинтересовала, то вот есть отдельная лекция на эту тему на портале Директ Академии. Можно этот вебинар разыскать и посмотреть. Там рассказы обо всех остальных сервисах, которые сегодня в наш вебинар не вошли. Так что продолжение вот там. А в заключении, на последнем слайде презентации, я вам собрала все полезные ссылки, какие только могут быть. Вот презентация 25 онлайн-инструментов для создания игр Викторин. Это на тот случай, если вы захотите что-то освоить, и вам нужны обучалки и примеры. Вот здесь есть обучалки и примеры. Большинство ссылок, которые я сегодня здесь публиковала, это все из этой презентации. Так что вы можете ее скачать прямо сейчас. Сейчас я вам ссылку на нее дам. Если не хотите скачивать эту презентацию, то можете сразу скачать только справочник. Справочник вот. Там, правда, моя старая должность указана, но я думаю, это не суть. Главное – внутреннее содержание. Дальше. Полезная всякая информация, если вам интересна эта тема информационных технологий, ну и игр в частности. Это все публикуется у нас в группе ИКТ-мастерилки для педагогов и библиотекарей. Группа фейсбучная, если вам интересно, приходите в гости. Там много всякой полезной, интересной, надеюсь, информации. Ну и все, осталось только вам еще ссылку дать на эту презентацию к вебинару. Если вы не успели ее в ходе вебинара скачать, или вы со смартфона меня смотрите, то вот ссылка на эту презентацию. Вот. Теперь уж точно все. Все ссылки рассказала, все показала. Спасибо вам большое, что вы пришли. Вообще-то продолжение следует. Последний вебинар в этом учебном году у меня будет опять по играм и викторинам. Но поговорим уже о видеовикторинах. Я расскажу, как делать различные игровые задания на основе видеофайлов. Вот. Если вопросов нет, то ждут теперь уже вас в июне на последний вебинар. Спасибо вам большое за внимание. Ну, и до новых встреч, наверное. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Марину за замечательный вебинар. Я напоминаю, что завтра у нас тоже ожидается вебинар, и сразу после праздников мы продолжим наши вебинарные новую вебинарную неделю, она у нас будет полная. А пока приглашаю вас, для тех, кому важно получить сертификат, вот сюда. Это место, где вы можете найти и получить свой сертификат буквально через минуту. Одну минутку, сейчас я завершу процесс выдачи. Вот-вот, начиная с этого момента, вы можете приобрести сертификат, они выданы. Ну что ж, коллеги, я всех благодарю. До новых встреч в Директ Академии. До свидания. Встретимся на новых вебинарах.